стенах Петербургского тракторного завода состоялась традиционная ежегодная церемония посвящения студентов «Молодые рабочие». Теперь более 100 первокурсников будут учиться в цехах предприятия металлообработки и машиностроению. Торжественная линейка прошла в сборочном цеху, где собирают трактор «Кировец» – легенду Петербургского завода. Такой праздник для молодых людей, с тем, чтобы они прониклись и затем гордились тем, что они посвящались, молодые рабочие, в стенах Петербургского тракторного завода на главном конвейере. И чтобы по окончании своего трудового пути с гордостью говорили: мы работали на тракторном заводе. В этом году обучение на предприятии пройдут более сотни учащихся промышленных колледжей. Большинство ребят осознанно подошли к выбору рабочей профессии. Я понял то, что все-таки это промышленное направление гораздо перспективнее, ну и гораздо нужнее, потому что везде нужны тракторы, там, пароходы, судно и так далее. Ну, я вижу себя в этом. Сегодняшние первокурсники не боятся в будущем остаться без работы. Как правило, после завершения обучения молодые рабочие остаются трудиться в стенах легендарного завода.